просто, это же шарпулка. Кальдино подкальдиной. Один хп у него. Он разбился. Ой, я на поезд. О, дропайтесь. Крекнул того. Акс, я тут пикаю. Один он. Три миды, блять! Крек, крек одного. Что-то такое-то. Чего, блять? Бля, вертолет, конечно, надо спасти! А, вертолет упал! Там еще один, да. Резко. Блядь! Почему я так плохо сыграл? Саморезы. Твари божьи. Готовлюсь сражаться. Инфу давать? Давай, давай. Да блин, да по-моему все играли. Да. Упс. Упс. Вот еще летают. Ну я не знаю, не летают так смачно, я не знаю. Я хочу с ними поздороваться. Да, давайте вот этого закроем. Надо на расстоянии сыграть сейчас. Изи будет. А, он уезжает? Или не уезжает? Да, он уезжает. Нет, он уезжает. Стой, возьми, возьми нас. Там еще типы. Только не дайте, чтобы он на лицо вам заехал. Идем другого убьем. А другой засел капитально, блять, его хер выбьешь оттуда. Да джаггер не мобилен, его очень легко убить на самом деле, особенно с подав. Ебать, что? Это что такое было? Да ёпарс, это не справа. Кто-то живой есть еще? Вы это видели? Выходите здесь, я забачу их на другую сторону. Блять, не забачу, забачу, нормально. Я поехал на другую сторону, поднимайтесь потихоньку. Тут прям на лестнице стоит. Сука. Да что в тебя, блядь? Чё на полёте где-то? Саморезы у них. Нормально. Они тоже все на крыше, что ли, сидят? Понятно. Нам, походу. Их слышно. А меня, блядь, забрать, сука, тупик. Да я стоял возле тебя, ты... прыгал. Ладно, я своё. Люди, люди, люди. Люди слева, руку тут бег. Понял, понял, понял. Сейчас бьём. Ты ещё там. Попа. Жмур. This shit. Он нокнутый валяется. Теперь 10 метров. Он нокнутый валяется. Yeah.
Да, сука. Все. Капец, он, конечно, умный. Так, вот тут... На бургере есть сип. Я тут по крайней мере. На бургере? Да. А, вот. На пол бургера. Еще вроде был. Там двое. Двое еще. Только одного. Надо банк закрыть, наверное. А, удеть много типов. В банке вроде еще типы были. Блин, не хочу интересное пропускать. Били 10 типов. 10 тип. Нок. Сзади саморез я назову. Доел. На эту крышу упал. Еще бежит бочком тип. В опене. Я там вообще никого не вижу. Странная хуйня. Попасть не могу? Я его кляхнул, один какой. Там двое. Надо закрыть их. Го налево и закроем. Давай. Двоих. Блин, главное. Они на другой крыше, метров. По идее. Здесь. Здесь, понял. Первый этаж, кряк. Блять, нет, не добивай. Нормально, я живу. Я саморез весь. Я его убил. На втором этаже. Выпрыгнул вроде. Да, выпрыгнул. Первый этаж сейчас зайдет к тебе. Я понял, где он. Сзади дома. Здорово. Ага, каков шанс, что я мы... Я его просто... Я голову дал ему. Сейчас надо разнокать их и... Не знаю, может выкупить, попробовать. Давай подожмемся к этому дому. Ящик остался. Нам надо закрыть этот дом. Погнали за пушем. Он умер, по-моему, сразу. Блять, мина! Раз, шкина. Соседим. Джаггер прыгнул. У нас нечем больше убивать. Да не, страйк есть. У меня нету флешек, ой, гранат точнее. Бля, меня нокнули справа. Можно поднять. Их, серьезно? Я хирюсь, надо по правой как-то попробовать перетянуться. Хорошо. Туда упал джаггер. Бля, я не дотянусь. Сейчас я аэрстрайк дам на ход. Я залез наверх. Кирова дал. Позиции нету ни хера. Надеюсь, это говно в зоне. Один он остался. Джаггера убил. Охуеть. Просто не слух. Бля, не всю катку там сидели эти голухи. Угу. Джаггернаут аж на 360 закрутился. Ты стрелял по джаггеру, он что-то прыгал, крутился, не понимал, откуда стреляет. Видел? Да, вообще. Мы с Рико пошли, блин, пушить этих чуваков, которые нас там и убили в итоге, с которыми мы сейчас... Хей, ты что, досмотрел ролик до конца? Тогда спасибо тебе большое за это. Если ты еще сделаешь подписку на мой канал, зайдешь на мой Twitch, зафоловишься, зайдешь в группу ВК, подпишешься, будет вообще просто шикардос. Оставляй свои комментарии, ставь лайк под это видео. Будут выходить теперь ролики почаще. Будет, надеюсь, интересно. Спасибо еще раз, что посмотрел. Удачи и пока.